Ярмарка «Дача, сад, огород» – каждый раз событие для того города, куда она приезжает. География обширна, весь Краснодарский край. Но время проведения строго регламентировано – только неделю и только два раза в году – весной и осенью. Однако для Анапы, по словам организатора Владимира, было сделано исключение, так как после первой выставки было очень много обращений и просьб от жителей города приехать еще. Первая выставка у нас проходила с 3 по 8 марта и прошла очень удачно. Населению Анапы очень понравилось. Вот, и по многочисленным просьбам мы сделали еще вторую выставку на территории Южного рынка. У нас представлено очень много разновидностей растений, от луковичных вплоть до декоративных вьющихся кустарников, плодово-ягодных растений. Очень много ассортимента малины. Вот, так что приглашаем всех на территории Южного рынка на выставку. Мы, как сторонники продвижения местного производства, привозим вам радость. Вот. Весна пришла, весенняя посадка началась. Ассортимент растений, представленных на выставке, также обширен. И все саженцы выращены фермерами Краснодарского края. Наш край как нельзя лучше подходит для садоводства, уверена Надежда Нармурадова. И здесь есть все условия, чтобы обеспечить не только наш край овощами, фруктами и ягодами, но и всю страну. А такие мероприятия помогают этого добиться. Краснодарский край – это край для садоводства, для растениеводства. Здесь все условия Богом даны, чтобы люди выращивали, растили все это. Надежда Нармурадова в области садоводства профессионально работает уже больше 15 лет и знает все секреты, как правильно посадить, а потом и вырастить хороший урожай. И всем этим она готова поделиться с каждым, кто желает приобрести что-нибудь для своего сада. Выставка расположилась на территории Южного рынка, вход с улицы Астраханской, и будет работать каждый день до 27 марта включительно.